Времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афро Мангу Мукбангу. Здравствуйте. Так, чаек Гринфилд с бергамотом, свежезаваренный. Сейчас послащу песочком. Вот такой у меня десерт. Творожная масса и конфеты, халва. В шоколаде. По телевизору говорят халва, халва, халва. Так мы решили купить халву. Халва, да, халва, халва. Это не пластиковая карта, а конфеты. Да. Это не реклама. А вкуснотень. Да, а вкуснотень. Так. В эту халву с утра до вечера гоняют. Да, это точно. Сколько ни говори, это халва во рту сладко не станет, правильно? Пока не положишь ее в рот. Да, конечно, когда положишь, тогда сладко станет. Когда кушать будешь тогда? А так нет. Что ж, покушаем. Каждый знает об этом. Чай горячий, вкусный. Да. Благодарим новых подписчиков, которые подписались 17 мая 2024 года. Вот. Спасибо вам большое. Смотрите нас. Всем здоровья. Слушайте. Самое главное. Не запоминайте, а делайте то, что мы делаем по возможности. Повторяйте. Да, если у вас... Ну, покупайте подобные продукты и делайте. Все. Готовьте. И надеюсь, вам понравится то, что мы делаем. Это самое... То, что ты говоришь, вкус разный у каждого ингредиента. Нет, я говорю покупать то, что это самое подобное, потому что подобное. У них такого нету, как у нас, понимаешь? В других городах, я имею в виду. Ну да, но это будет все равно вкус другой. Почему? Потому что, подожди, вот возьмем 10 сортов сыра, да, возьмем, и у каждого сорта, у каждого своего названия свой вкус сыра. Я понимаю, я не говорю, только, что... Не только как он выглядит, но и цвет, и это самое... Есть полутвердый, есть мягкий сыр, есть твердый сыр. Понимаешь, все равно разный по вкусу все. Один менее дорогой, другой очень дорогой сыр. Твердый сыр вообще дорогой сыр. Особенно пармезан. Он дорогой. Вот такой десерт сегодня. Уж съела уже. Да, я, да. А что там есть? Там есть нечего. И так немножко полакомиться и все. Уже 87, по-моему, было. Да, было.
вкусненько. Ты конфетку-то откусываешь? Так я так и делаю. А где? Так вот, она уже маленькая. А, ты уже откусил? Конечно. Я не вижу. Тут ракурс другой, понимаешь? У тебя один ракурс, у меня другой ракурс. Все, я вижу, ничего. Кусочек сыра больше, чем лицо. Да. Вот. Маленький стал большой. Угу. При приближении. Конечно. Да. Это все. Лобчик. Да. Увеличивает. Угу. Да, конечно. Время уже 7 часов. Угу. Угу. Вот такой вот десерт. Вкусно. Угу. Все, теперь пью чай. Теперь. Открыть вон пакетик, открыть. Какой пакетик?
прозрачный. А, вот этот? Да. Не, зачем? Не хочешь? Нет. Вкуснотища. Как вкусно. Вечер наступил. О, как быстро, да? Зеленочка. Да, потому что... Разрослось все. Дождь помог еще. Да, дождь. Намочил землю. Угу. Угу. Зеленка пошла. Распустилась. Угу. Кстати, там вот, с кухонного окна видно черемуха. Да. Она сейчас вся белая, потому что солнце светит на нее. Да, да, да. Надо сфотографировать черемуху с нашего окна. Ну, окно открытие. Сфотографировать. Ура. Если такая погода будет, то и распустится сирень. Ну, конечно. И персидская сирень распустится, и яблоко. Садовая сирень распустится. Ну да, сиреневая и белая. Потому что я видела, что персидская сирень тоже бутончики. Цветок. Ну вот. Еще чаю? Нет, все. Тут жарко очень. На улице 20 градусов почти. Что там? Ничего. Насчет чего ты? Ничего, ничего. Ничего. Ладно. Благодарю, что посмотрели это видео. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Не болейте!